На праздничном заседании общественной палаты наградили представителей организаций, которые своим трудом помогли сделать жизнь в Химках лучше и комфортнее. Я очень признательна каждому сидящему из вас, что именно благодаря вам, членам общественной палаты, именно благодаря нашим общественным организациям, колоссальное количество инициатив в 2019 году удалось реализовать, направленных на улучшение качества жизни для наших жителей, для развития общества. Также на заседании подвели итоги уходящего года. Эти 12 месяцев запомнились в частности юбилейными мероприятиями, а также улучшенными показателями в социальной и экономической сфере. Но многие проекты не удалось бы воплотить в жизнь без взаимодействия власти, жителей и общественных организаций. Мы сейчас взяли определенный темп этого года, темп 2019 года. Давайте все вместе, администрация, общественники, яркие, интересные люди, будем вместе наращивать темп и обороты того взаимодействия, которое у нас есть. Всем членам общественной палаты и председателям общественных организаций вручили благодарственные письма от главы Химок Дмитрия Волошина и памятные подарки.